Процесс посадки виноградников сегодня автоматизирован и контролируется через спутник. На предприятии «Возрождение» в станице Гастагаевская использовали навесную виноградопосадочную машину. В этом году на сельхозпредприятии 617 гектаров плантаций. Минувшей осенью заложили 35 гектаров молодого виноградника, а этой весной еще 19 гектаров. Аграрии используют технические сорта винограда Эркоцетели, Шираз, Рубин-Голодриго, Каберне-Савиньон и Грюнтер-Таманский. При посадке саженцев в дело вступает умная машина, которой управляет спутник. Программа четко выдерживает расстояние между лунками и между рядами. Подается сигнал, и саженец отправляется в почву. Такие технологии используют все больше хозяйств Кубани. Они помогают делать высадку винограда более точной и качественной. А партнер сегодняшнего выпуска – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор» на улице Астраханская, 104. Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской, 104.